Здравствуйте! Среди изделий из теста в узбекской домашней кухне особое место занимают лепешки. Сегодня мы готовим ташкентские лепешки со сдобой лочера. Просеиваем сквозь сито 1 килограмм белой муки. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя, 2 чайные ложки соли, перемешиваем. При помощи миксера на малой скорости, добавляя 500 мл молока комнатной температуры и 200 граммов мягкого топленого масла, замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто домешиваем руками и придаем ему форму шара. Тесто для ташкентских лепешек лочера можно замесить от начала до конца вручную. Делим тесто на две или более равные части. Каждую часть подкатываем в шар. Смазываем растительным маслом, накрываем салфеткой и оставляем на 15 минут для набухания. Через 15 минут раскатываем тесто в пласт толщиной приблизительно 4 мм. Перекладываем лепешку на противень. Формуем невысокий бортик. И наносим узоры чекичем или вилкой. Смазываем лепешку желтком, посыпаем семенами кунжута. При желании можно посыпать чернушкой или семечками. Выпекаем ташкентскую лепешку лочера в заранее разогретой духовке при температуре 250 градусов Цельсия приблизительно 10 минут. Готовую лепешку вынимаем из духовки и немного остужаем на решетке или вертикальном положении. В узбекской семье лепешка всегда присутствует на столе. Ее подают и с фруктами, и с основными блюдами. Рецепты узбекских блюд вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinary.rf в разделе «Вторые блюда». Вдохновения вам и удачи, и приятного аппетита!